Тихо-тихо. Спокойно, ребят. Что нам делать? Джек? Да. Доставай аккуратно оружие, а я попробую его отвлечь. Когда побежит за мной, стреляй. Готов? Эй, ты, тупая тварь! Видишь меня? Я здесь! Иди сюда! Иди сюда! Джек. Питер, не сейчас. Джек, это важно. Питер, я должен достать оружие. Он не побежал за Джоном. Тихо, динозаврик, тихо. Это конец. О! Доставай оружие, Джек! Да, сейчас. Я долго не удержу! Так, Джон, осторожно. Получилось. Вот это ты, Джон, конечно, молодец. Ну, я думаю, никто уже после такого спать не будет. Это точно. Поэтому можем ехать. Да, давайте. Уже рассвет. Джон, останови. Что? Джек, смотри, это же наш самолет. Да, это наш. Эх, уже полторы недели, как мы на этом острове. И пока мне слабо верится, что мы сможем выбраться отсюда. Да. Мы, конечно, очень устали. Но мы уже на пути к базе. Так что... Не переживайте, ребят. Выберемся. Ладно, пора ехать. Да, пора. Ребят, смотрите, это же трицератопс. Давно я таких растительноядных динозавров не видел. Джон! Да? Глянь вперед! Осторожно! Ребята... Никто не ушибся? Вроде бы нет. Вот это я засмотрелся на динозаврика. Да, видно, дальше придется идти пешком. Все так плохо. ДТП не из малых. А далеко еще до базы? Километров 40, наверное. Но если поторопимся, до начала заката успеем. Хорошо. Только нужно каждому взять какое-нибудь оружие. Кто знает, сколько мы динозавров повстречаем на пути. Да, давайте. Ну что, базы еще не видать? Видать. И очень хорошо. Правда? Дай-ка я посмотрю. Ого! Неужели мы все-таки вернемся домой? А как же? Мы же в отпуск не умирать летели. Хм, я думаю, этот отпуск у вас будет незабываемым. Ага. А что ты сейчас сказал? Пойдемте уже, ребята. Ну вот мы и пришли. Вот это да. Сколько я уже раз летал на самолетах, но на вертолете ни разу. Да, вертолет, конечно, выглядит угрожающе. Ребята,
Вы даже не представляете, какие эмоции меня сейчас переполняют. Я же целых 3 года не мог добраться до этой базы. А с вами за каких-то 2 дня... Спасибо вам. Да ладно тебе. Это же благодаря тебе мы сейчас здесь стоим. Да, мы бы сами сюда не добрались. Ладно, пойдемте. Если мне не изменяет память, то недалеко от этой базы установлены солнечные батареи. Так что электричество тут должно присутствовать. Джек, проверь, компьютеры работают? Если да, тогда попробуй связаться с ближайшим аэропортом в Штатах. Вроде бы работает. Хорошо, тогда я попробую пока запустить двигатель. Да, эти пушки действительно придают этому вертолету устрашающий вид. О, вот же она вышла. А? Откуда ты тут взялся? Джек, я сейчас попробую его подстрелить. Ты не постарайся. О, получилось. Молодец, Питер. Питер, что у вас там происходит? Да ничего особенного. Просто застрелил динозавра. А, ну ладно. Зови Джека, пора лететь. Джек, пора лететь. Сейчас иду. Ну что там? Бостон на связи. Вот координат. Хорошо, пристегнитесь тогда. Будем взлетать. Мне просто не верится. Мы улетаем с этого острова. Да, ребят, вы все молодцы. Ну, босс меня точно уволит. Не переживай, уволимся вместе.